Здравствуйте, девчонки. Смотрите, Атома, Спенсер. Идемте глянем, что здесь продается. Смотрите, какой красный. Красный порту. Интересный такой лук. Вот девушка в светлых брючках. Тоже свежо и актуально. Сейчас, девочки, я померяю вот это платье с этим. Смотрите, каким кардиган плащ. Посмотрим, как она смотрится на мне. А вот еще такой лук с красными штанишками. Свежо. Девочки, смотрите. Продается такое платье. Сейчас осень. Время свадеб. Пинка нужно спать. Дамы на свадьбе. Смотрите, такое оно. Сейчас я дальше покажу. Тянется немножко. Ну, такое платье. Как вам? Скажите, пожалуйста. Смотрите, такой плащ мне очень понравился. Такой сюрприз. Клетка внутри. И вот с этим платьем, как он смотрится. По-моему, неплохой такой наказан. Вот. Так что присмотритесь. Таким моделям платье, рисунок вообще замечательный. Вот такой плащ, так он смотрится. Очень адекватный плащ и цена тоже адекватная. Ромашки здесь по бокам. Вот такое. Здесь такая подкладочка. Хорошо прошита, качественно сделана. Так что в офис тоже пойдет. Девочки, ожидания и реальность. Смотрите, в начале видео я показывала манекен, как он красиво смотрится. А теперь смотрите на меня. Я 42 размера, 40-42 где-то. Ну, в принципе, неплохо смотрите, но как-то немножко смешно. Надо уметь носить такие брюки короткие, красиво ходить. Очень, наверное, как-то. Ну, в принципе, как ансамбль, очень неплохо. Этот бантик торчит немножко, выпячивает вот здесь вот. Ну, вот так вот что-то смотрится. Так. По-моему, очень смешно. Но, в принципе, да, неплохо. На высокую девушку с красивой фигурой, мне кажется, ничего будет. Вот этот пиджачок мне очень понравился. Он очень, плечи такие жесткие. И как-то очень собирает он. Можно под низ пухнуть, например, за ужин к низу. И будет неплохо. Достойный пиджачок. Мне понравился. Рекомендую. Вот. Так. Ну вот, смотрите, как это смотрится. По-моему, неплохо. Ну все, пока, мои друзья, пока. Ну, девчонки, такая была у нас веселая примерка. Марк Спенсер. По-моему, достойная одежда, но женщине нужно себя немножко подтянуть. И тогда будет все хорошо.